Сегодня в России День трезвости. В нашем городе праздник отмечают не так уж и масштабно. На пресс-конференции отчитались о мерах профилактики и работы с населением. Почти 9 тысяч преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершили сургутяне в этом году. Самое распространенное – распитие горячительного и появление в нетрезвом виде в общественных местах. По закону за это грозит административная ответственность. Формировать здоровый образ жизни стараются многие. Профилактические мероприятия проводят органы внутренних дел, отделы администрации и медицинские учреждения. Комплексный подход к проблеме алкоголизма обеспечил положительные результаты. В течение всего учебного года у нас проходит серия событий, встреч со специалистами медицинских учреждений, учреждений профилактики, где сотрудники рассказывают на в том числе и в своем профессиональном языке, детям о тех ситуациях, с которыми нужно быть знакомыми и знать, как реагировать на них правильно. Оперативное реагирование полицейских, мониторинг медиков, разработка программ помощи социальных служб. И все же основным направлением деятельности специалисты называют профилактику. Все усилия направлены на предотвращение алкогольной зависимости и решение проблемы в любом возрасте. Одним из весомых показателей, например, стала так называемая первая проба. За 2 года людей, хоть раз пробовавших алкоголь, стало меньше на 7%. Хотелось бы, наверное, отметить, что первая проба – это как раз 13-14 лет. Вот с этой группой надо, наверное, активно работать. Как я уже сказал, активно работаем с департаментом образования, поэтому работа налажена.